Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить итальянский десерт тирамису. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Бисквит савоярди, кофе, сыр маскарпоне, сахарная пудра, ванилин, малиновый соус, клубника, физалис, какао, сливки и коньяк. Сам десерт тирамису родом из итальянской провинции Тоскана, и обычно итальянцы предпочитают его на завтрак. Приступим. Берем сливки. Вливаем нашу емкость и начинаем взбивать. Добавляем сахарную пудру, буквально 2 чайные ложечки. Теперь добавляем ванилин на кончике ножа. И продолжаем взбивать, пока сливки не достигнут консистенции густого крема. Считаем, что сливки взбиты. Теперь во взбитые сливки добавляем сыр маскарпоне. Добавляем не весь сразу, а по чуть-чуть. Чтобы аккуратно перемешать со сливками. Приступаем к оформлению десерта тирамису. Коньяк добавляем в кофе. Достаточно. Бисквиты савоярди нужно пропитать каждый в этом же кофе. Теперь на наши пропитанные бисквиты выкладываем сырный крем. Теперь нарезаем клубнику. И выкладываем ее поверх крема. И делаем второй слой десерта. Снова выкладываем крем на наши пропитанные бисквиты. Крем очень нежный. Наш слой готов. И сверху посыпаем какао. А теперь немножко декора. И заканчиваем декор малиновым соусом. Итальянский десерт тирамису готов. Buon appetito!